Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы расскажем вам о цепной бензиновой пиле Patriot PT546 Pro, использование которой особенно актуально в зимний период. Комплектация бензопилы Patriot PT546 Pro. Бензопила, направляющая шина, пильная цепь, защитный кожух цепи, ручка тормоза пильной цепи, канистра для приготовления смеси, инструмент для сборки и регулировки, зубчатый упор, крепежные винты и гайки, защитные перчатки и очки. Если вам уже приходилось приводить цепные пилы в рабочее положение, то с этой пилой не возникнет никаких проблем. Фиксируем зубчатый упор на корпусе аппарата. Устанавливаем пильную шину. Закрепляем и затягиваем на ней пильную цепь. Надежно фиксируем защитные элементы. И перед применением не забываем проверить воздушный фильтр. После сборки модели следует залить цепное масло в бачок. Важно применять масло с нужной вязкостью, соответствующей температуре окружающей среды. На модели PT546 Pro установлен двухтактный бензиновый двигатель, а следовательно, в качестве топлива необходимо применять специальную смесь из бензина и масла для двухтактных двигателей. Канистра, входящая в комплект поставки, поможет вам точно определить объем всех компонентов смеси. Пила оборудована системой Easy Start. Дополнительная пружина в стартере позволит без труда запустить двигатель. Пила PT546 Pro, как и все модели серии Pro, рассчитана для работы в самых тяжелых условиях. Широкий температурный диапазон позволяет использовать ее вплоть до минус 40 градусов. Эта особенность достигается путем использования адаптированного карбюратора Zomax, который обеспечивает уверенный запуск и работу в критических условиях. Еще один секрет температурного успеха – диафрагма из морозостойкого материала с минимальной температурной деформацией, а также использование пластика со специальным набором присадок, обеспечивающим повышенную прочность в широком диапазоне температур. Пильная шина и цепь от фирмы Oregon, мирового лидера в производстве пильной гарнитуры, обеспечат высокую эффективность работы и надежность при любых эксплуатационных условиях. Технические характеристики модели Patriot PT546 Pro. Объем двигателя 45 кубических сантиметров, мощность 3 лошадиных силы, шина Oregon 18 дюймов, шаг цепи 0,325 дюйма, количество звеньев 72, толщина звена 1,3 мм, вес 4,9 кг. Бензопила Patriot PT546 Pro – инструмент для уверенного и требовательного мастера, который готов использовать инструмент и при высоких нагрузках, и в суровых условиях. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за новостями на нашем сайте и на страничках в социальных сетях.